Турция ведет себя крайне активно на постсоветском пространстве, продвигая идеологию хаба. Она позиционирует себя как центр притяжения для севера, юга, запада и востока. В этой связи ей очень важно использовать ресурсы, потенциал постсоветского пространства, часть которого, как заявляет Турция, является для нее братской. На фоне этнических и религиозных идентичностей, которые сейчас набирают популярность во всем мире, она пытается сформировать свою подсистему международных отношений, в которой государства будут взаимодействовать по турецким правилам. Соответственно, России нельзя не учитывать фактор Анкары, тем более, что за последние 30 лет она взрастила целые группы влияния на постсоветском пространстве. Как передает канал 13 со ссылкой на газету «Московский комсомолец», об этом заявил старший научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений Российской академии наук, доцент дипломатической академии МИД России Владимир Ватков, комментируя состоявшийся накануне разговор Владимира Путина и Реджеп Тайипа Эрдогана. Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе состоявшегося в пятницу телефонного разговора выразили обоюдное мнение о необходимости активизации работы по восстановлению транспортной инфраструктуры на Южном Кавказе. Путин также информировал президента Турции об итогах недавних контактов с лидерами Армении и Азербайджана. По мнению Аваткова, Турция пытается через Кавказ проложить транспортный коридор в Центральную Азию. Главным препятствием на этом пути является Армения, с которой у Анкары нет дипломатических отношений. Для России данное стремление Турции, с одной стороны, является угрозой, а с другой – окном возможностей, потому что Москва тоже сможет пользоваться открывшимися каналами для поставок своей продукции в Армению, Турцию и так далее. Активное вовлечение Турции в Каспийский регион может привести к тому, что Анкара будет продвигать дугу нестабильности или, наоборот, будет сотрудничать с Россией в целях налаживания единой системы безопасности, подчеркнул российский эксперт.